24-летняя Алена Кравец эмоционально отреагировала на слова 29-летней Регины Тодоренко о домашнем насилии. Певица и фотомодель напомнила о своем печальном опыте жертвы. Светская львица резко высказалась об экс-ведущей шоу «Орел и решка», которая допустила неосторожное высказывание о женщинах. Регина заявила, что те, кого бьют, сами виноваты в своих бедах. Алена не смогла сдержаться и адресовала телезвезде гневное послание. «Я сама была жертвой насилия, и знаю об этом не из мелодрам, красивых сказок. Не дай бог таким, как Регина, это пережить. Что вообще такие огламуренные девочки понимают в насилии над женщиной? Могли бы хоть на минутку представить себе, каково это, если по черствости души не способна сопереживать, прежде чем выплескивать на людей такую низость. Я на своей собственной шкуре, на своих нервах, душевных страданиях, ранах, мучениях познала, каково это, издевательство, избиение, унижение», указала Инстадива. Кравец раздосадована тем, что Тодоренко назвала пиаром публичные заявления пострадавших женщин. Блондинка подчеркнула, что лишь единицы смогли придать свою беду огласке, не боясь публичного осуждения. Алена упрекнула жену Влада Топалова в равнодушии и невозможности осознать проблему. Как такие, не знающие реальной жизни дивы, могут так пошло заявлять, что жертвы сами провоцируют своих насильников? Судя по всему, подобные легкомысленные особы никогда в жизни не сталкивались с немотивированной агрессией, с оскорблениями, с унижениями и прессингом в семье. Дай бог вам, непонимающим и неспособным прочувствовать чужое горе и обиду, нравоучительницам, никогда не подвергнуться подобному унизительному и болезненному опыту. Ведь только тогда такие бесчувственные женщины, как Регина Тодоренко, смогут понять, что это такое. «Не смейте обвинять жертв», — призвала блондинка. Интернет-звезда считает, что пострадавшие женщины нуждаются в психологической, правовой, медицинской и материальной помощи и защите сильных людей, в частности звезд шоу-бизнеса. Алена дважды выходила замуж за олигарха Руслана Кравец, которому подарила дочь Даниэлу. Бизнесмен поднимал на жену руку, изменял ей и ограничивал в общении с ребенком. После скандального разрыва мужчина запретил экс-избраннице видеться с девочкой. Матери с наследницей лишь недавно удалось наладить общение. Среди тех, кто обрушил критику в сторону Тодоренко, оказался ее коллега Вячеслав Манучаров. Шоумен назвал телезвезду малограмотной. Регина публично принесла извинения тем, кого задели ее неосторожные слова. Алену Кравец часто упрекают в злоупотреблении пластикой. Звезда пошутила, что засиликонила себя еще в юном возрасте.